Чебоксарский детский сад номер 178 носит название «Неболейка». И чтобы оно действительно оправдывало себя, в садике проводится множество мероприятий, направленных на укрепление здоровья малышей. С ТП аэробика – это не только упражнение на развитие координации, ловкости и выносливости, но и хороший способ заинтересовать детей в занятиях спортом. Ведь попрыгать любят все малыши. В этом садике ребята знакомятся со ТП аэробикой уже с 4-летнего возраста. Помимо нетрадиционных, безусловно, у нас есть и традиционные физкультурные занятия. Но данная форма более интересна детям, более привлекательна. И мы рады, что нашим деткам это очень нравится. Они с удовольствием бегут на эти занятия. С радостью малыши идут и на занятия в музыкальном зале. Уроки танцев проводятся не только для того, чтобы научить ребят красивым движениям. Преподаватели преследуют и более важные цели – укрепление здоровья, в частности, формирование правильной осанки. Я люблю занятия, музыкальный зал, физкультуру, математику. А в бассейн ходишь? Да. В детском саду 178 реализуется городской проект «Юные чебоксарцы учатся плавать». Малыши с 2-летнего возраста посещают бассейн. На базе этого дошкольного учреждения работает и студия «Золотая рыбка». Учиться плавать сюда приходят дети из близлежащих домов. В Чувашской республике выделяются гранты на поддержку инноваций в детских садах. Наш детский сад уже не единожды получал эти гранты, которые мы используем для создания условий в нашем детском саду для сохранения и укрепления здоровья детей. Используя грантовскую поддержку, нам удалось оборудовать нашу спортивную площадку на территории детского сада, оборудовать традиционным, нетрадиционным физкультурным оборудованием наш спортивный зал. Благодаря занятиям, направленным на укрепление здоровья, в детском саду «Неболейка» хорошие показатели посещаемости – более 85%. Марина Рябцева, Александр Петров, Республика.